Всем привет, я продолжаю проходить GTA 5 на ПК, и я тут вспомнил, что за Франклина там пришло смс от Тони. JB пропал, плиз, звони, помоги девушке, еще раз позвони, я все объясню, целую Тони. Вот. Ладно, посмотрим, что это за приколы. Так уж и быть. My brother from another crack mother. What's going on now? JB, niggas gone AWOL, baby. I don't know what to do. Is he ever not AWOL? He's bad, Franklin. Got his claws in deep this time. They're on to him. Leaving messages, saying he gonna get cut. You ain't gonna let his sister starve. Look, man, I'm not gonna let that happen, all right? Now leave it with me. Опять в эвакуатор этот идти. Еще бы. Еще бы было что-нибудь другое, я бы даже удивился. Ой, срезаются все так чуть-чуть в меня. Так, открывайтесь, давайте в ворота. Садимся снова в эвакуатор, там опять, наверное, машину какую-нибудь надо. Ну хотя да, чё же еще там. Так, тут все очень опасно. Тут надо машину эту спасти. Тут все очень опасно, потому что надо эту машину спасти, пока в нее не врежется поезд. И это от первого лица крайне неудобно. Так что надо будет, это, мне кажется, я буду ее пробовать, эту миссию, раз 20 как минимум. Ну, возможно, что 19 с половиной, но не знаю. Так. Так, это у нас в доках, ну, в порту находится. Вон она там, прям на железной дороге стоит, тупая, блин. Не проще в нее врезаться, чтобы она это... Чтобы она... Так. Так. Отлично. Man, I almost soiled myself. Да давай уже, иди сюда. Phew, thought I was a goner there for a second. Отлично. Could you drop me at the nearest repair shop? That's a bad place to break down. Yeah, it started spluttering at the crossing. Then the engine just cut out. Damn car, foreign trash. I've told my wife 100 times, but she's like, oh no, Phil, you can't say that. Not anymore. She'll soon change her tune when she finds out I nearly died. All this fancy eco crap they put in cars now. We never asked for it. We never signed that treaty. A mile less to the gallon, and maybe I would have ended up on top of the train tracks. I'm at a loss for words. Could have fooled me. Makes a nice change, though, to get towed for a good reason. Normally, I'd be cussing you out, you know, asking you how you sleep at night. I'm sure you would, man. You been in the business long? I ain't exactly in the business. Just helping out a friend, dawg. Да, о, вообще. Такой миссии что-то ни у кого не видел в летсплеях. Так что эту миссию вот я впервые увидел. Ну, прикольно, что ж сказать. Надеюсь, это будет последняя подобная книга, которой мне придется заниматься. Так, надо... Тут еще идет дождь вообще прямо вообще, что прямо там вообще. Я все-таки проходил ее не 19,5 раз, а всего лишь со второго раза смог пройти.
Опс. Может, ты поедешь? Зеленый цвет тебе. О. Так, что... Да ладно. А, не-не-не. Мне показалось, что я отвезу туда, где это, где салон у Симона. Но, к счастью, нет. Hey, look out! Да нормально, все, не ссы. Стоп. А, вон туда, что ли? Блин. Так, тут надо... Так, заехать, это как-то очень... Это хреново. Сделал. Вы еще в меня вырезаться будете, да? Да что там, происходит, блин? Ой, чё? Ой, не то. Какое в жопу оружие, вы чё? Или так нельзя, да, толкать? Еще и быстрее? Какой быстрее, я застрял. Вот. Okay, thanks again. That could have been much worse. If it ain't the finest man in South LS. You could tell JB I did his work for him again. I will, boo. Soon as he wakes up. Понятно. Да, сохранить. Выполнено, и снова одолжение. Серебро. Да ладно, мне даже серебро сдали, за то, что даже я один раз там срал. Лол. Так, и что, у меня у Франклина еще есть миссия? Вроде одна написана, но ее нет, поэтому играй за Майкла буду. Пока что. Ну и погодка, конечно. Так, за Майкла мне надо одеться поприличнее, но я вроде и так вроде одет поприличнее, да? Да, я нормально одет, поэтому я могу ехать на встречу с Лестером. Так, нет, не надо, вначале вот так вот сделаю, а потом уже тут. А. Почта, новые поступления запчастей. Тюнинг для вашей тачки, новые бампера, колеса, шины, пороги, а также двигатели, коробки передач и глушители, все в наличии. LSC. Los Santos Customs. Так, мне надо к Лестеру. Вот так вот. Майкл, полагаю, что сейчас... Удобное, удачное время, чтобы начать операции на бирже. Вот тебе ссылка на начало. lsnexchange.com. Покупать дешевле, продавать дороже. Лестер. Не знаю, как-то все как-то все делают, а вот я вообще не умею все делать, и поэтому я не буду, скорее всего, все делать. Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work, and I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Да, этот чувак, который там это со мной болтал перед входом в эту в Life Invader. Он из-за того, что я натворил, он остался без работы, и теперь ему надо работу давать, чтобы хотя бы ему было на что жить. И когда теперь для ограбления его можно брать в качестве члена банды. Так, кстати.
виноват. Да все, все в жопу, я проеду. Что-то опасно как-то тут все очень. Так, так, так. Сейчас интересно, сразу будет подготовка к ограблению или еще что-то еще? Или сразу прям ограбление? Хотя нет, вряд ли сразу ограбление, потому что там еще к нему, в конце концов, надо подготовиться и хотя бы решить, что грабить будем. Да нафиг ты сюда заворачиваешь? И ты нафиг сюда заворачиваешь? Ох, так хорошо все было, пока я не развернулся почти на 360 градусов и остановился. Что ж, такова жизнь, похоже. Ай, да куда ты прешься? Да чё ты охренела, что ли? Пытаюсь тебя объехать, нет, ты вместе со мной едешь. Туда же, в ту же сторону, тварь тупая. Вот, да-да-да, вот это убежище Лестера, вот оно. What the hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail. The Union Depository. Now they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look. I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gem as it is, then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Так вот, мы идем обследовать этот ювелирный магазин, чтобы потом его ограбить. The shop's on Little Portola. Your FIB buddies, they know you're back in business? FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. But for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white, middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Итак, тут оказалось, что Майкл, оказывается, переводит огромные суммы на дело, ну,
насчет агента Дэйва Нортона, который тогда в Северном Янгтоне Майкла и пристрелил. Но потом он его типа спас от все такого сделал, чтобы типа он сдох, а на самом деле он живет спокойно, и за это тот ему и платит, судя по всему. Okay, let's get this done. Пошли. You reading me? Mm-hmm. Okay, we need shots of the security features, the alarm system, ventilation, cameras. Так, сигнализация, вентиляция и камеры. Спасибо. Sir, thank you. The alarm keypad is on the left when you come in, on the wall by the side door. Что я прослушал? Glasses are live, shoot away. Так. So, that's the cameras and the alarm. When you've got a shot of the vents, we're done. О. Great, you got the security camera and the ventilation in that shot. Отлично. Good work. Now speak to the assistant and see if there's anything else we need to know. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at 8. Our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Come back to me. Have a wonderful day. Возвращаемся к Лестеру и все обдумываем. So, we good? Almost. I need to get eyes on the roof. А, сейчас слышу. See where the ventilation comes out. Drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. О, сейчас на крышу. Я помню, как там туда залезать. Look, there. Some construction. Yeah, if they're gutting the place, I might be able to get to the roof. Так. Пошли на крышу. Сейчас тут никаких этих работников нету. Well, after your death slash disappearance, there wasn't much holding us together. I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. Yeah. You see him at all? After the incident? I kept tabs on him for a while. Needed to, know that he didn't blame me. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. I'm on the roof! All right, use the glasses to get me a shot of Vangelico's roof unit. It'll be right above the store. Так, вот сюда мне. Похоже. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Самая верхняя точка, это я сейчас не на ней еще нахожусь. Просто такое ощущение, что выше я уже залезть не могу. Или могу? А, похоже, что могу. О, я думал, что допрыгну, да туда, кажется, нет. Right, you're well placed to take the photo of the system now. Okay, capture an image of the system, and we're done. Блин, я не туда нажал. Я забыл, что включить надо камеру на Е. Да как я так криво прыгаю? Чё за пипец? Вот, Е, да. That's the shot. You've covered the vents on the roof now. Okay, that'll do. Now come back to me before someone spots you up there. Чё-то я как-то очень криво приземлился. Mm.
Мне кажется, я зря сюда залез, а хотя... Да пофиг вообще. Вроде приземлился. Нормально. Тупые какие-то хрени. Жизнь свою ненавидит. Up, а чё такое-то? Так, где? Во! Что? Как так вообще я умудрился свалиться? Лол. Да уж. Here, take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told them to start setting up the information. Так, едем обратно, возвращаемся туда, откуда приехали. So, what did you see? Nothing that would cause undue complications. Yeah, it looked like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die for rich assholes to rub his nose in it. Good. The alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window if someone talented hacks it. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register, so I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof, means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. You might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we can cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them, at least. Шоточки пошли, да? Про инсценированную смерть Майкла. Ну, окей. Here are the photo. My workers have their uses. Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Well, you gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. But making decisions, that... is your domain, my friend. Here. And there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Я думаю, что стоит все-таки взять умный вариант, потому что раз все равно в нем там будет больше времени и возможности набрать, поэтому в конечном итоге заработаем на этом мы больше, если
если мы ничего не чем если мы ничего такого не сделаем, поэтому пусть будет умная. Ah, you've grown wise and cautious in your old age. Okay. Так. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, да. They'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Мне кажется, тут стоит взять чувака. Вот я вот не уверен. Так, это что он делает в водителя? А что он будет вести-то? Что он будет вести, мне самое интересное? Я просто не помню. Вести, по сути, я буду тоже сам, но мне кажется, для начала стоит побольше взять. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Да, у нас тут не будет больших перестрелок, поэтому возьмем самого вот этого. Ah, Norm. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. This guy, Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Я не знаю, стоит его вообще брать или нет. Он очень мало берет доли, но зато у него очень мало скилла. Вот у этого, у этой до хрена скилла, у этого поменьше. Вот я не уверен, потому что нам время там надо много, но надо рассчитывать, как будет соотношение того, что мы успеем взять за время, которое они нам предоставят, и того, что нам придется из этого им отдать. В каком случае мы сами получим больше, вот я не знаю. Думаю, у этого все слишком много, у этого все не намного вроде меньше, но при этом... Попробуй вот его взять. Окей, он не самый лучший, но если ты двигаешься быстро, это не важно. If you're happy, I'll start making the arrangements. Ну, допустим, да, пусть будет так. Great. I'll do some research on the pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Yes. Huh? Good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa. What? My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. Разведка ювелирного бронза. Чё за бронза? В смысле, как на картинке? Чё за бред вообще? Я ничего не понял. Ну ладно, пофиг. По мере прохождения сюжетной линии игры в режиме режиссера и редактора Rockstar. А, это я все знаю, это хрень. Это, на это пофиг. Hey, what's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, I'm getting a crew together for, You can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something, if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Так вот, а пока время этого эпизода подходит к концу, поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.